Ну, приехали на место. Все изрыто, трава высокая. О, птички чирикают. Сергей с Анатолием уже работают. Вас можно сфотографировать? У него уже начинают выпадывать кристаллы размером 20 сантиметров. Ну, это начало еще только. Так сказать, подготовка. Вообще место интересное. Копайся и копайся. Кто-то рылся. Это кто-то. Хотел сфотографировать первый гриб, нашел в этом сезоне. Сушь на Урале страшная. Несколько дождиков прошло, вот и появился. Появилась сыроежечка. Кусок кварца, вот в нем животки вроде встречаются, вот видите, возможно, и внутри что-то есть. Попробуем найти. Это же моя кувалда любимая. Но, к сожалению, ничего интересного не оказалось. Дальше долбить нет смысла. Вот такие вот маленькие животки, но ну, неинтересно. Некоторое время копания в отвале начинает давать свои плоды. Ну не это, конечно. О, кварчик. Ну что-то хлорид, это не видно. Так, ладно, этот убрать надо. Плохо вижу, есть, не знаю. Потом определимся. Ну, интересные кристаллики. Так, ну,
Будем считать, что налаживается что-то. Гнуса, конечно, но очень много. Не зря самое прекрасное время это, когда его нет. Осень через месяц наступит. Хорошие времена. Тоже какой-то кристаллик. Пока складываю. Потом отмою. Посмотрим. Кусок кварца просто. Даже губы кусили. Вот. Вроде лицо было намазано. Нам губы стрельнули. Непонятно. Непонятное чудное. Оп, что-то тут блеснуло. Кусок кристалла, да. Опять же, осколок кварца. Без хлорита. Так, ну давай, что там гремит. Порода какая-то. Сросток кристаллов. Thank you.
Ну, пожалуйста. Видно, кварцевая жилка тут. Ну, кварц какой. Вот тебе, Иван-чай. Попробую немножко тут, посмотрю.